Крым потерял общественного деятеля, политика и талантливого журналиста. Сегодня ночью после тяжелой болезни ушел из жизни председатель Общественной палаты Крыма Григорий Адольфович Иоффе. Трудовую деятельность он начал в 1974 году учителем русского языка и литературы. После, спустя 7 лет, занял должность корреспондента. С 2006-го работал в Верховной Раде Автономной Республики Крым. Во время Крымской весны возглавлял рабочую группу по проведению референдума. Являлся председателем Конституционной комиссии. С 30 июня 2014 года Григорий Адольфович возглавил Общественную палату Республики Крым. Первые лица республики, коллеги и неравнодушные крымчане соболезнуют родным и близким Григория Иоффе, называя утрату невосполнимой.